Черно-белые фото, броня и стволы, и людей загорел ее лица. Там мы были с тобой, там остались целы. Там есть то, чем мы можем гордиться. Там мы были с тобой, там остались целы. Там есть то, чем мы можем гордиться. Мы высоких особо не знали идей. Нам бы выжить, а после напиться. Только помнят о нас, брат, сегодня везде. Этим тоже мы можем гордиться. Только знают о нас, брат, сегодня везде. Этим тоже мы можем гордиться. Нас особо не сильно любила страна. Черный хлеб, да побольше горчицы. Но за вещи, где наши с тобой имена, она может сегодня гордиться. Но за вещи, что наши с тобой имена, она может сегодня гордиться. Что руками махать, мол, такие орлы, все не могут в рубашке родиться. Мы в удаче сполна заплатили Колым. Мы теперь этим можем гордиться. Мы в удаче сполна заплатили Колым. Мы теперь этим можем гордиться. Цивилизация, война, свои понятия и причины, свои оттенки и цвета, и правила, и лексикон. Есть цель, которая нужна, и есть нормальные мужчины. Сегодня сильный только прав, у бытия такой закон. Есть цель, задача и приказ, и есть нормальные мужчины. Сегодня сильный только прав, у бытия такой закон. У бытия такой закон. Спасибо. Ну, громко очень, да? Нет, прорывался. Ну. Я одену пиджак, поскольку следующая песня носит парадно-выходной характер. 12 января 1712 года указу Его Императорского Величества царя Петра Алексеевича Романова была организована школа, которую учили юноши из дворянских фамилий, и не только, военному делу настоящим образом. Прошло 300 лет, и эта школа стала главным центром подготовки специалистов космоса Российской империи. Называется она сейчас Военно-космический университет Академии имени Александра Федоровича Можайского. Находится это достойное учреждение в городе Ленинграде. Вот это новое длинное название через дефис, у меня язык не поворачивается называть, я привык, в городе Ленинграде находится. Вот, и я хочу с гордостью сказать, что я там обучался в течение 5 лет. Заведение замечательное, нам не ломали бошки лопатой. Вот. Нам просто объясняли, как нужно делать то, что мы должны были сделать. Вот. У нас на каждом факультете был свой ансамбль факультетский, на каждом курсе был практически свой тоже ансамбль. У нас была, я был культургом, мы ходили по всем музеям города Ленинграда. И, в общем, я с большим радостью, с большим восторгом вспоминаю это замечательное заведение. Вот. И хочу сейчас начать свое выступление с песни, посвященной вот этому замечательному, вот этой вселенной, которая называется Можайка. Тюратам, Плесецк, Свободный, все наши космосы проходил через это учебное заведение имени Можайского, в котором воспитывались раньше летчики. Отец мой там обучался. Вот, и сегодня оно живо, здорово, слава богу. Хотя командует им генерал-майор, ему присвоили генерал-майор месяц назад, все, до этого он был полковником. Вот, там 7 факультетов, на которых учатся порядка 8 тысяч человек, огромное хозяйство. Вот, и... Ну, не важно, ладно. Тебе сегодня 300 лет, и мы твои гордимся славой. Есть Русь, великая держава,
Горит над ней мажанки свет. Петрова твердая рука, отец космического вуза, Сеславин, Фигнер и Кутузов. Сквозь войны, гимны и века, манежи конные строи, артиллеристы и расчеты, в стране воюющей подсчетом, сверкали войны твои на петроградской стороне. Вздыхала барышня глубоко, коль юнкер твой орлиным оком взор останавливал на ней. А после мощные крыла и авиация советов весной, осенью и летом, которым силу ты дала, густые трассеров огни, избитых юнкерсов обломки, блокады яростные дни, парад победы в небе звонком. Можайка за Россию сражалась, ты удары держала три столетия подряд. Можайка клятву чести сдержала, через дым и пожарище, так теперь говорят. Плесецка, белые снега, песок горячий Тюратама, пути космической программы тобой велись не наугад. Цветной Гагарина полет и крылья мощные Бурана, победных строчек телеграммы, что за собой вели вперед. Какое счастье ощущать, что ты побед грядущих автор, страны великой строить завтра, в важнейших дорогих вещах, из неизвестных пацанов ковать российских офицеров, что все равно добьются цели, умом и сердцем все равно. Можайка, дорогая Можайка, тебе было не жалко ставить нас на крыло. Можайка, там, где трудно и жарко, мы держались, Можайка, неудачам назло. Сквозь повороты пронесли твою возвышенную душу, что может слышать, может слушать любые уголки земли, великий город над Невой, что нашей родины начало, слава, улыбки и печали. Курсант, я вечно буду твой. Можайка, из космической выси свет созвездий струится, офицеров твоих. Можайка, сколько сделано дело красным, синим и белым, сколь еще предстоит, сколь еще предстоит. Вот, ну а, собственно, тема нашего сегодняшнего традиционная. Вот, и у меня сейчас третья песня, я традиционно хочу посвятить всем нашим погибшим воинам, наших воинах, которые мы с вами вели. Вот, и... Когда мы вернемся с войны, красивые и молодые, овеян дымом побед, покрыты окалиной ран, и будут награды сиять, и волосы наши седые. Когда мы вернемся с войны, под марши и крики «Ура!» Когда мы вернемся с войны,
Нас встретят хлебами на блюде, нам громкие скажут слова, как правильны мы нужны. Мы были надеждой страны, а станем нормальные люди. Нам выпить бы и закусить, когда мы вернемся с войны. Когда мы вернемся с войны, все девушки будут прекрасны, все женщины будут милы, доступны, тихи, нежны. Мы будем их вечно любить, и черных, и белых, и красных, и утром, и ночью, и днем, когда мы вернемся с войны. А там высоко над землей, над самой высокой вышкой, кому и куда повезло, в раю или, может, в аду, уйдя из разорванных тел, убитые наши братишки, внимательно и свысока нас видят и слышат и ждут. А мы похмелимся с утра, на форме заштопаем дырки, и снова суровый приказ за родину в бой поведет. Но все же наступит пора, фуражки и льдом без козырки. Однажды когда-нибудь все мы к ним непременно придем. Когда мы вернемся с войны, когда мы вернемся с войны, когда мы вернемся с войны, когда мы вернемся с войны. Братья, я извиняюсь, давайте встанем на 5 секунд и почтим 5 секундами молчания наших с вами родственников, павших на фронтах, на войнах и вообще везде. Спасибо, спасибо, садитесь, пожалуйста. Я следующую песню хочу посвятить своему боевому товарищу Игорю Николаевичу Морозову, как олицетворению вот всего, на мой взгляд, самого хорошего, что есть в дембелях наших силовых структур. Собственно говоря, испытывая жуткую ностальгию по своему замечательному прошлому, по моему прошлому, которое я проходил в вооруженных силах, вот, я все время, мужики же, они все время какие-то строят схемы, вот, и я вот подумал, что, наверное, мы давали присягу один раз и продолжаем это все, продолжать вот эту нашу службу военную, просто находясь на гражданке. Потому что невозможно человека отучить дышать, невозможно человека отучить ходить, которого учили строем ходить вот 120 шагов в минуту. Ты все равно будешь идти 120 шагов в минуту, ты все равно будешь вставать утром на зарядку, ты все равно будешь готовиться защищать свою замечательную, значит, безумную страну, и ничего ты с этим не поделаешь. И вот песня Николаевича, новая песня про нас, про всех. Про военно-дембелизованных идиотов. Да. Называется она дебель, Николаевич. Прочитанной книгой пылятся в шкафах военные личные наши дела, где длинная цепь героических слов, великая слава великой страны. Но наши оркестры уже не звучат, тромбоны их списаны в металлолом. А ты все равно продолжаешь шагать по жизни в минуту 120 шагов. А ты все равно продолжаешь бежать за скользкой лягушкой ближайших задач и целей дальнейших неясный овал. Уже проверяешь, с какой бить руки, шаги твои точные, простые, легкие, а карту с решением ты нарисовал. Там цифры и буквы стандартных шрифтов, в которых твоя продолжается жизнь. Товарищ полковник, за службы, за срок, в стране здесь почти что ничего не случилось. И Запад на месте, и также Восток. А мы, как всегда, ничему не учились. А
ты все равно продолжаешь вставать под утренним лозунгом рота подъем и плотность в сражениях неравных побед такая же, как до списания в запас и разума факел совсем не угас, он лишь освещает другой водоем, где могут лупить не по-детски дубьем за то, что не слышал ты крика атас, товарищ полковник, за службы, за срок стране нашей славной. Так много случилось, где раньше был Запад, там нынче Восток. А Штаты догнать как-то не получилось. А ты продолжаешь равнение держать на занятый кем-то невидимым Кремль и видеть политику эту насквозь и верить в нее, как в ботиночный гвоздь, и делать зарядку по комплексу 3, и чувствовать стыд за то призывников, и 24-го, блин, февраля бежать на работу с больной головой. Господин полковник, товарищ лейтенант, маршал Малиновский, чудик Табуреткин, твой боеготовый, офицерский кант, постоянно новый, постоянно крепкий. Среди Моисеевых и дома два, среди Ельциных, Берковых и Собчаков, Мавроди, Касьяновых и Властелин, дефолтов и выборов и распродаж. А ты все равно проживаешь в стране, где Невский, Суворов и Дмитрий Донской, Гагарин, Калашников и Королев, Чайковский, Грабарь, Пастернак и Толстой. Ты давал присягу миру красоты, совести и силы, веры и надежды. Там под этим флагом проживаешь ты, никуда не делся ни теперь, ни прежде. Там под этим флагом, Николаич, ты никуда не делся, и теперь, и прежде, и теперь, и прежде. Ничего, ничего, братцы. Длинная очень, наверное, по-моему, да? Надо ей делать художественное обрезание. Юра, ну как? Нормально, да? Ну вот, дорогие друзья, значит, сейчас я прошу наполнить вас бокалы, потому что самое главное событие марта месяца — это что? Правильно, аплодисменты. Видите, вот ветеран, как вас зовут, простите? Я по отчеству. Вячеслав Кузьмич. Кузьмич, он, видите, он смотрит прямо куда надо. Дорогие мужчины, дайте мне какую-нибудь рюмку, что ли. Я пить не буду. Нет, давай. Дорогие наши дамы, все готовы вас всегда целовать и обнимать. Вашу дочь, вашу мать. Постоянно днем и ночью мы вас любим очень-очень. И зимой, и день весны, без халтуры выходных. Мы любить вас будем вечно, если вы для нас, конечно, будете вязать и шить, и вареньки лепить, мыть, готовить и стирать, пыли как и вытирать, в магазин ходить за пивом, завиваться всем на день. А еще при том при этом быть причесанной, одетой, ногти красить на руках, быть кокетливой слегка, выглядеть как королева, но не бегать что-то налево, чтобы здоровье от тоски, все вокруг мужики. Ну, с работы нас встречать, телевизор нам включать, надо сладко песни петь, но на ухо не храпеть. Быть готовы в трудный час защитить себя и нас, после боли, чтоб любой, донести меня домой, придя на край земли, уточку опохмелить. А за это так и быть, будем мы вас всех любить. Мужчина стоя, женщина за дна. За самых надежных людей, ради которых мы живем, совершаем мелкие крупные глупости. За... давайте за наших женщин, ребят. Ну и как положено, давайте вмажем. И как положено, два коротких, третий длинный, 3-4. Ура! 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 И пошли драться. Очка, следующая песня посвящаю вам. Песня была написана 6 марта 1982 года по указанию начальника отдела. Он меня вызвал и сказал: Калинкин, завтра 8 марта, хотя завтра был 7 марта, ты должен написать хорошую песню про наших женщин. Я сказал: есть, написал хорошую песню про наших женщин. Так,
жрущих мелко, бестолково и не строго. Все по течению привыкших больше плыть. Нас любят женщины и братцы, слава Богу, что кто-то есть, кому нас хочется любить. Как редко радуем мы чем-нибудь хорошим, мы наших ангелов небесных, наших жен. Они живут воспоминаниями о прошлом. Муж слишком сильно настоящим окружен. Он все торопится, спешит куда-то вечно. И если есть, конечно, Бог, так пусть воздаст, как у вас не гаснет эта тоненькая свечка любви и веры в непутевых жутко нас. Как часто мы ее все колебали пламя, а настроение плохого полосе. Как часто от нее мы занимались сами под злыми ветрами, укоснувши совсем. Заботы важные нас наждаком мотали, стирая доками и раня глубоко. Мы вновь потерянные силы обретали под вашей теплою внимательной рукой. Наши коварные и выстрелы шальные. Самих себя мы с вами сможем превозмочь. Спасибо, женщины, спасибо вам, родные. Спасибо, мать, жена, сестра, подруга, дочь, живущих мелко, бестолково и не строго. Все по течению привыкших больше плыть. Нас любят женщины и братцы, слава Богу, что кто-то есть, кому нас хочется любить, что кто-то есть, кому нас хочется любить, что кто-то есть, кому нас хочется любить. Пушистая мелкая. Вот, а я позволю себе снять пиджак, потому что настолько переполняет душу любой женщины, что ужасно. Две женщины встречаются, жены офицеров. Одна говорит другой: слушай, как твой муж-то хорошо выглядит? Чем ты его кормишь? Не знаю, говорит, что сами едим, то и ему даем. Ну я позволю еще одну песню спеть про женщин, про женщин на войне, на той войне, вот, на Великой Отечественной войне. Очень много разных написано вещей о них, очень много хорошего и очень много не очень хорошего. Но все равно, я думаю, что самое главное, вы со мной согласитесь, что женщине на войне особо делать нечего. Она должна сидеть дома и ждать своего единственного воина, который должен прийти с победой, весь израненный, и сразу же залюбить ее, то есть, вот, это будет нормально, по-моему. Все остальное не совсем правильно, но не важно. А судьбы женщин на войне идут особенно непросто. Между двух сжигающих огней, меж сил неистового роста, от ненависти до любви. Хотя любовь с войной не дружит, есть зов природы, зов крови, а есть приказ, что целью служит на фронте просто мужиком, простым, бесхитростным и смелым, а не ведь вечно с матерком. И с шуточками беспредела они в атаку и ура! Им наплевать на солнце пятна, а ты мать им и сестра, а ты их раненых обратно. Терпи, родименький, терпи, а он хрипит пробитой глоткой, и то ли умер, то ли спит от полстакана теплой водки. А ты за пульс его держа, глядишь на вату небосвода,
А ведь тебе еще рожать, наверное, через полгода. Ведь ты же им еще жена, вернее, ему отцу герою. Пускай вздыхает старшина. Вот Евке черт жизнь устроил, он был красавец и герой. Да не вернулся из разведки, все ново и как мир старо. Такие вот дела, конфетки. Над головой твоей кружит свинцовая стальная вьюга. Держись, родимая, держись, сестра и мама и подруга. Старуху злобную с косой ты в сотый раз перехитрила. И пряткой легкой на висок надежду в душу нам вселила. Снайперши-летчицы и санитарки болью с любовью, войною повенчаны. Наденьте клавочки, Люси Тамарки, русские женщины. Русские женщины, наденьте клавочки, Люси Тамарки, русские женщины. Ну вот, ну и дальше, собственно, я извиняюсь, я готовился, а потом понял, что не надо ничего готовить, надо просто спеть, что надо, что ляжет. И вот такая песня, она была, значит, сделана в 1999 году, нет, оставить, в 2001 году я ехал из Приэльбруса, мы зашли на Эльбрус, приехал я в минеральные воды, сел там на лавочке и стал ждать своего поезда, а мимо шла жизнь. И вот смотрю на соседей, сидим и разговариваем, там курицу едим с водкой, подходит человек в костюме капитана, извинился, говорит, вы не могли бы, вот вы в Москву едете, я говорю, да, вы не могли бы вот позвонить моей подруге и телефону. Ну, говорю, конечно, позвонил, взял телефон, записал. Еще просидели полчаса, он подошел опять, говорит, ну, с гипсом и с костылем. Вот, я говорю, а не могли бы позвонить моей жене бывшей? И другой телефон. Я говорю, слушай, ты сейчас приедешь, там позвонишь. Он говорит, а я же, я в Моздок еду, я в другую сторону. Вот, и потом я сел в вагон, а в вагоне был другой капитан в синих спортивных штанах Adidas и в голубой летной рубашке, который мне все объяснил очень быстро. Он служил возле города Прохладный, там большой красивый винзавод, и он вез сдавать, он ехал сдавать сессию в институт. Сессию он сдавал с помощью двух ящиков водки. Водка лежала вот так вот навалом, значит, в этих ящиках, ящики картонные. Вот, и вот этот вот дикий контраст родил в моей несчастной душе следующую военно-лирическую песню. Была у капитана жена, пекла для капитана блины. Пришла тут капитану война и увела его от жены. А впрочем, было наоборот. Да, в общем-то, без разницы уж, война себе и дальше идет. А капитан теперь ее муж. Была у капитана судьба, где ярких красок было не счесть. Теперь на его жестких губах лишь никотин, да холод, да жесть. А где-то Пугачева поет, а где-то олигархов громят. Нет, каждому, конечно, свое, да жалко молодых пацанят. Шаткий летний столик в летнем кафе и по кружке пива в секторе обстрела. Вы не обессудьте, малость под шафе, он ведь не на службе, он живой и целый. Я и капитан, ты не грусти, все, что случилось, оно уже сзади. Эй, капитан, если можешь, прости, дурацкий вопрос, а чего же все ради? И жизнь у капитана стена, застрявшая в холодной воде. И нервы капитана струна, которую так просто задеть. И никого не надо жалеть, и громкими словами корить, а просто эту песню допеть. И тихо посидеть, покурить. Шаткий белый столик в летнем кафе и полкружки пива в секторе обстрела. Вы не обессудьте, малость под шафе, он не на службе, он живой и целый. Эй, капитан,
Ты не грусти, все, что случилось, само уже сзади. Эй, капитан, если можешь, прости, будет еще у нас радость в взгляде. Была у капитана жена, пекла для капитана блины. Пришла тут капитану война и увела его от жены. И увела его от жены. А это следующий наш сюжет. Это Серега Бреславский, полковник ВДВ. Полковник... Что туда там щелкает? Что такое ужасное? Полковник ВДВ, полковник спецназ ГРУ, который командовал бригадой и который, к сожалению, ушел из жизни совсем недавно, 2 месяца назад буквально. Вот. И сейчас я хочу спеть несколько песен, посвященных этим замечательным людям. Вот. 22-я бригада, 173-й отряд спецназначения, который находится в городе Аксае, вот, который воевал в Кандагаре. Мой друг Серега Козлевич, сейчас ныне первый заместитель главы муниципалитета города, это самое, района Кунцево. Вот. Это вот Щербинин, который здесь копает. Это Серега Щербинин. У меня день рождения был. Я ему подарил свою фуражку. Вот. И вот Сергей Бреславский, великий воин русский, который много сделал для того, чтобы наша страна оставалась действительно великой страной. Вот. К сожалению, ушел от нас его светлой памяти. Я хочу эту песню посвятить посвященному. Дымит забитый караван, слово остывает перегретый. Лежит вокруг страна Афган, которой, блин, сплошное лето. А за холмом гудит броня. Забрать на базу результаты, и так все славно у меня. И целы все мои ребята. Вот история, в общем, несложная. Есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. Сюжет был грустным у кино, смотреть не хочется, но надо. В зеленке возле Ведено колонна наша из засада. Афганда, блин, наоборот, их пули на моем металле. Да спас дороги поворот, и результатом мы не стали. Вот история тоже несложная, их идея домой результат. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все сосчитать. Офиса в пыли играет солнце отражение, и вентилятор шевелит бумажки лопастей движения. Я покурю и помолчу, и жизнь идет, и я не старый, и память снова подлечу. А результат у Кандагара, где история вышла несложная, и идея, и был результат. Жаль, что милая жизнь невозможная, невозможно мне все просчитать. Жаль, что милая жизнь слишком сложная, слишком сложно мне все сосчитать. Дымит забитый караван, сюжет был грустным у кино. Стойте офиса в пыли. Моя камуфляжная форма. Кудрявый подарок судьбы.
Пятнистой поверхностью спутов и розовых, голубых, щебечут на веточках птички, не знавшие вкуса сачка, и палец ласкает привычный изгиб спускового крючка. Словами сейчас не поможешь приличную правду сыскать, и лучший ликбез молодежи в воздушно-десантных войсках. Кто хочет не плакать в сортире, а так, как положено жить, тем место в спортзале в тире, чтобы в армии нашей служить. Конечно, случаются раны при минно военной езде, и бродят быки и бараны по армии, как и везде. Но знаете, сестры и братцы, на небе, в земле и в воде, с собой человеком остаться, удел настоящих людей. Николаевич, извини, я просто еще одну песню про Афган спою, в котором я не был, но вот... Это такой спокойный душе требуется. Да. Винты хватают воздух, словно руки, выбрасывая бомб назад и в бок. И нервы, как натянутые луки. И нет, и летчик, командир, он царь и бог. Летят по сторонам песок и рей, сугонька обнажая естество, в который раз белесою пустыней. Играем кошки-мышки, кто кого. Вот озеро надорванная пленка и черного стилета ливника. А я в борту летит зеленка, а в ней, быть может, духи с ДШК. По правому борту синеют горы под дымкой, как под газовым зонтом. Но руки, натыкаясь на затворы, напоминают, это только фон. Здесь измерения не те, здесь все быстрее и пристрастней. Полет на малой высоте, что может быть его опасней на малой высоте? Летят в иллюминаторах сюжеты, как будто в телевизоре гурьбой. А впереди уж недалеко где-то нас ждет еще не начавшийся бой. И кажется в мелькании картинок, что вертолет грохочущий завис. И мчит на нас война неотвратима, и трассерами манит сверху вниз. Здесь измерения не те, здесь все быстрее и опасней. Полет на малой высоте, что может быть его пристрастней? На малой высоте, на малой высоте, на малой высоте. Вот. Ну и, наверное, буду я заканчивать потихоньку свое замечательное отделение. Тут у меня всякие песни, они почему-то грустные вообще. Лучше всего петь про себя. Вот, я спою. Тут есть еще полковники? Кроме нас с тобой. Есть, наверное, да, или нет. Ну, не важно. Это значит... Замечательное произведение было написано в 1995 году, когда у нас были 3-4-месячные перерывы с зарплатой. Вот, и вот, значит, как-то она написалась сама. Потом мы ее спели в одном месте, в другом месте, в третьем месте. Потом мой знакомый из ГОУ, Шубин Стас, он сейчас в культурном центре Министерства обороны служит, вот, спел ее в ГОУ у себя там. И после этого ее, значит, товарищ Квашнин на одном из коллегий Министерства обороны, значит, привел в качестве, вот, товарища, значит, у нас настолько уже плохо, что, в общем, уже песни про нас стали петь. Такая песня получилась. У полковника ГШ нету денег ни шиша, хоть кокардами с нашивками блестит. Он уверенно идет, где в метро бесплатный вход, а в кармане ветер весело свистит. Можно матом по врагам, демократам и долгам, по Минфину, по Начфину и Чечне. Но пройдет минуток пять, и начнут зудеть опять мысли грустные в военной голове. У полковника ГШ на работе кореша сейф коричневый, да стол чего грешить. Спирт во фляжке питьевой, да куст тушенки быковой, все, что нужно для израненной души. А где-то город Кандагар, и на стволе густой нагар, и вертушка над зеленкою летит. Сколько он прошел засад, сколько вывел он ребят, да из последней что-то долго не уйти, а из последней что-то долго не уйти. А он не верит ни в приметы, ни в политический балет. Он нужен был в стране советов, а вот сейчас
как будто нет. И винить-то здесь кого? Да себя же самого. Кто же думал-то, что все пойдет вот так? Что опять ценить начнут этот самый родный друг, и червонец превратится твой в пятак. У полковника ГШ по ночам болит душа, то ли от курева, то ли от веселых дум. У полковника ГШ нету денег ни шиша, слава богу, хоть остались честь да ум. Слава богу, хоть остались честь да ум. А совесть пропили, а он не верит ни в приметы, но дома держит партбилет. Он нужен был тогда в то лето, а вот сейчас как будто нет. Он нужен был в стране советов, а вот щупальцев вроде нет. Вот. Ну и, наверное, предпоследняя песня. Моя военная карьера, моя зеленая рубашка, мои наглаженные брюки, фуражка, пропуск и печать, квартиру будущую Вера, с которой ничего не страшно, за исключением боязни от мирной жизни одичать. Ох ты, не вейся надо мною, ужасный призрак коммунизма и вурдалак капитализма. Не лезь полночное окно, я все равно живу своею закамуфлированной жизнью. И эти радостные крики мне непонятны все равно. И наша служба единения субстанций несоединимых, невероятных приключений и оглушительных побед. И в этом деле главной темой, что мне нельзя, ребята, мимо. Ведь между жизнью и смертью ступеньки третьей просто нет. От Кунашира до Бенсдорфа и от Витяева до Кушки, плюс остальная карта мира, Ангола, Куба и Афган, и командиры, и лопаты, учеба, стройки, танки, пушки, чуть-чуть семьи, приказ и дебель, ответ достойный всем врагам. Ух ты, прости меня, Серега, но я не стану генералом, их продолжателем традиций. Желаний список будет прост, пусть выпьет он за нас немного, пусть выпьет он за нас немало, а ровно столько, сколько надо. Назвав все это третий тост, назвав все это третий тост. Спасибо. Вот. А закончить я хочу песней, которая, в общем, была написана совершенно, значит, давно. И ну, на ней написано 28 куплетов. Но, как мне сказали умные люди, сказали, что столько не должно быть. Надо что-то с этим делать. И по совету Алексея Иващенко я сделал художественное обрезание. Стал эту песню петь в разных местах. Вот. И в общем, в 2002 году вдруг внезапно эта песня стала слушаться везде практически. Вот. Да, я ее спел у Успенского в нашей гавани, я ее спел в Коломенском. Вот. Потом меня Мишка Грушин послал на Грушинский фестиваль для того, чтобы я там проводил военные программы. Я пошел в Тулу, записался в конкурс. А когда был Грушинский фестиваль один, там было 1100 народов и 492 участника, я запомнил. Вот. И вот особо без всяких надежд на то, что я там чего-то получу, вот, эта песня вдруг раз там и выстрелила. Вот. И, в общем, получилось так, что вот, а 5 дней назад мне мой пьяный начальник позвонил из города Самара и закричал: вот, тут мы сейчас стоим на площади. Нет, знакомый мужик позвонил, пьяный точнее, начальник, говорит, да, и говорит: вот тут сейчас исполняют песню, и там
микрофон кричат: а сейчас мы исполним песню Михаила Калинкина «Честь имею». И давай, и пошло, поехал, в общем. Да. Ну, как говорит вот этот скромный мужчина с бородой, если бы, говорит, за каждое исполнение этой песни без бороды, если бы, говорит, за каждое исполнение песни батальонной разведки ему давали по рублю, то он бы на месте своей сгоревшей дачи построил бы беломраморный дворец. Вот. Ну, в общем, сами понимаете, если ты это написал, то сейчас это не значит, что ты, что тебе от этого станет лучше. Да, вот. Ребят, про вас, в общем, песня, про всех. Потому что, конечно, русские солдаты, русские офицеры — это удивительное существо, которое, особенно офицер, которое воюет, в общем-то, не за деньги, не за славу, а за хрен знает что, непонятная вещь, которая называется его собственная душа. Вот. И во всех поколениях наших боевых товарищей это прослеживается красной, зеленой, белой и синей нитями. Когда Врангель пришел в Крым, Антон Иванович Деникин с двумя чемоданами уехал во Францию. Вот. Посчитали там, они прослезились, выяснили, что у них во всей армии только 2% офицеров имеют какую-то недвижимость в России. Все остальные стоят в очереди на жилье. Вот. И, в общем, за что они воюют, за чему, непонятно. Да. Вот. Ну и, в принципе, это и правильно, потому что вот был такой генерал Слащев, который Красный не давал полгода зайти в Крым. Вот. Он стоял на Перекопе, Красные заходили в Крым, там было холодно, и потом они оттуда выходили, из-под его пинка. Вот. Потом генерал Слащев оттуда уехал, его вернули обратно в Россию, и он в России, в Академии Фрунзе, преподавал своим бывшим противникам. В том числе, например, да, в том числе, например, он читал лекции, причем когда читал лекции, он особое выражение не выбирал. Вот коллектив мужской, я не буду повторять его выражение, вот, и в один прекрасный момент Семен Михайлович Буденный не выдержал и пытался его застрелить, но не попал. На что Слащев сказал: вот вы как стреляете, так вы и воюете. То есть, вот, да, ну, в общем, понимаете, да, что героизм русских офицеров, он был, есть и будет есть всегда. Ну и, в общем, за все, за вот это. Вот эти картинки, которые сейчас показываются, это вот как бы иллюстрация вот этого образа, вот этой вселенной, в котором сидят наши с вами боевые товарищи. Я еще раз сейчас эту картинку поставлю. Сначала. Я пойду, два беда не пойду. Я был как Андрей Каски и промажен. Я ложкой был в позавчерашних щах. Я разгребал чернобыльскую сажу и Белый дом то брал, то защищал. Входил в Берлин под Шер и город Грозный, тонул в подлодках, вылетал в туман. Я доводил порой, хоть было поздно, идеи всех главкомов до ума. Я начинал, когда вовсю пылало, и об успехе мог лишь доложить. Из состояния полного обрала, от жизни мой естественный режим. И ощущение риска так знакомо, когда у прочих валятся штаны. Но я боялся танков и порткомов гораздо меньше собственной жены. Мои закаты, мои рассветы, Чечня, Баку и Целина, и бам! Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Идет любая вещь, мат 3-4, из-под моей бестрепетной руки. Я мир оберегаю во всем мире, а также рынки, стройки и ларьки. Я был макушкой и спиной, и шеей, уж мы, пардон, имеем то, что есть. И пусть бывает, денег не имею, зато пока еще имею честь. Мои закаты, мои рассветы, бои готовностью дымовых клубах. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Я был как Арды Карской и промажем. Я ложкой был в позавчерашних щах. Я разгребал чернобыльскую сажу и Белый дом то брал, то защищал. Придут кормушкам новые мессии, и время вытрет наши имена.
Я был таким же, как и ты, Россия. Я был таким же, как и ты, страна. Я был таким же, как и ты, Россия. Я был таким же, как и ты, страна. Мои закаты, мои рассветы, бои готовы на дымовых клубах. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Зима и осень, весна и лето, моя прекрасная военная судьба. Спасибо, дорогие друзья. Сейчас готовимся ко второму отделению. Главное. Не успевайте.